Мы сегодня будем снимать суперинтересный видос, где я... Суперинтерес! Чтобы вы понимали, он будет суперинтерес. У Артема есть несколько типов видосов. Интересные, суперинтересные и ультраинтересные. Вот это будет суперинтересно. Вот. Я буду превращать Дэна, Дэн будет превращать меня в мультяшных персонажей. Ну пиздец. Все, не буду спать, не буду есть, все дела отброшу. Буду Давай. Рисовать для вас. Поэтому лайк авансом, пожалуйста. Я не могу... Это перевывернутые губы, что это? Я не могу представить в реальности, как это может быть. Да, да, это два яичка маленьких. Губы, свисающие вниз. Что это за прическа? Это у него молодые какие-то залысины, типа, это... Знаешь, у некоторых людей бывает, что линия роста волос, она где-то на черепе высоко, типа, и туда уходит, как шапочка какая-то. Это афро, только маленькая. А у тебя нету чего-нибудь какой-нибудь светлой футболки? О, есть прям это желтая. Я похож на Морти. Вообще не похож. Я Морти какой-то, ну, вообще неправильный не Морти. Не, ну типа во вселенной Рик и Морти существуют разные Морти. Ты один из таких странных Морти. Буквально вас принял. Нет, а чтоб ты залез, надо прям вот отсюда. Да? Хорошо. Слушай, проблема одна. У тебя вот эта часть лица не подсвечена. Надо как-то ее больше подсветить. У тебя, конечно, еще борода вот эта. Ну и бороду я тут. Давай попрем ради... Ради Морти я готов побрить. Ну все, нормально. Сколько глаза? Это глаза не мультяшки. Абсолютно, ну ладно. Самая сложная задача сделать из меня Симба. Ну да, это будут твои руки, ты будешь обезьяной внизу. Я буду Симбой, мне придется сфотографировать голые части своего тела, там ноги. Симба будет кожаным таким, слегка волосатым. Ну я так это представляю. Вот, ну вот это, например, вот моя нога. Вот так вот скрыть. Хвостик, не знаю, с копчика. Выше. Подними короля выше! Да, и так, чтобы пальцы у тебя сомкнулись. Да, вот так. Ой, так долго сложно подержаться, если что. Так, и чуть-чуть вот сюда. Сейчас самая интересная часть нашего ролика. Мы будем фотать голову Артема. Все девчонки, которые подписывались сюда ради этого момента, вот. Раздеться тоже для антуража. Когда-нибудь вы дождетесь фотографии, где мы оба будем раздеты в какой-то позе, как когда мы Шейдлина вот это вот было. Бля, это реально супер хайповая фотка, но она очень гумосякая. Мы можем сейчас это, в принципе. Так разденьтесь все. И мы можем переплестись как-то, типа, из куста. О, да. Миша, фотографируй. У тебя руки дрожат, да? Ладошки вспотели. Это просто ни капельки не похоже на Симбу. Здесь один мужик держит другого мужика голову. У него вот такое лицо.
Он типа родился, и его хотят убить как будто. Он охуел. Он актер. Да, представляешь, что ты родился, и тебя над горой подняли, и такой, нет. Ну у него нет такого выражения лица, он просто как котенок. Да есть у него, вот такой. Ну он офигел. Не, ну блядь, ты как будто нахуй Джонни Депп, блядь, на обложку нового фильма. Ты Симба, который офигевает. Его подняли, он такой. Сфоткай две мои лапки твои. Да. Я котенок, у меня лапки. Короче, вот так. О, господи, он еще будет с татухой. Симба с татухой. Мутант, блядь. Еще ниже. Вот бля, это какие-то фотки. Знаешь, есть люди, которые уже есть фотографии. Вот просто у Симба будут вот такие лапы. Просто экранизация. Наша версия диснеевского мультика. Как вы считаете, Барт Симпсон на хайпе или нет? Навряд ли. И про него уже все забыли. Нет, он как он такой бессмертный. Mm-hmm. На все времена, но как бы сейчас он не на супер хайпе. Отправляемся к другу Артему, который супер объектив, который Артему очень понравился. Мы находимся в культовом месте. Это тату-студия Джин в самом центре города. И сейчас ее владелец сделает парочку снимков на самый охуенный объектив. Группа поддержки. Самое сложное это волосы. Вот ненавижу волосы рисовать. Я, кстати, когда-то рисовал порно-мультики за денежки. Для этого мне пришлось научиться рисовать волосы. И вот, наконец, мне пригодится этот супернавык. И вместо ее платья у меня будет плед. О, так. А Юля, завяжи меня как-то. А ты боком можешь стоять или как? Ну, она боком стоит.
осталась последняя фотография, это Шрек. Не знаю, насколько я на него похож, но будем стараться. Лайки, это было очень сложно, очень большая работа проделана, вот. Для нас будет в будущем, и тебя, тебя в будущем, еще неделю он будет сидеть и фотошопить себя. Да. Goodbye. Все, тебе можно салфеточку. На, красота. Туалетная бумага, да, там на салфеточке. Так. Подержите, пожалуйста.